Хей-хо, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Борода и обзорная игрушка по названием Trailmakers. Давайте посмотрим, что за игра, что она из себя представляет. Так, выбираем режимчик одиночная игра, и здесь у нас на выбор целых три режима. Один из них называется «Начать экспедицию. Серьезные испытания хитроумности Trailmakers». Исследуй 4 опасных острова, используя только те части, которые найдешь по дороге. Сможешь ли ты справиться? Давайте посмотрим. Нам нужно узнать, что это за игра, что она из себя представляет, и могу ли я ее посоветовать вам. Уважаемый участник, вам скоро предстоит отправиться в самую сложную экспедицию на машине в истории Вселенной. Ваш путь лежит на планету Тинка, заброшенный курорт, где стало слишком опасно для туристов. Ну что, звучит неплохо, звучит интересно, я думаю, это можно протестировать и посмотреть. Картинка, кстати говоря, неплохая. Ну что, мы высадились. Так-с, погнали. Могу прыгать. И вроде как пока что все. Показывают нам остров, его масштабы. И вижу там какой-то флажок. Скорее всего, мне нужно быть изначально туда. Так, что мне нужно создать? Так, разместите, притащите объекты. Хорошо, давай. Куда? Как? Ага, так, это обзорный вид. Хорошо. Почему-то он образовался вверху, а сиденье машины, мне нужно сделать машину, правильно? Я не понимаю. Так, движущая сила, сиденье, так, механика, все закрыто, 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 закрыто. А почему все закрыто тогда? Странно. Ну, я разместил сиденье, но почему-то все остальное находится закрытым. Хорошо, разместим еще одно. Так. Угу, в указанную точку. Хорошо, разместил в указанную точку. Так, хорошо, мы разместили наше сиденье. Так, дальше удерживайте ПКМ, положите камеры и смотрите сквозь трубу. Хорошо. Так. А перетащите объекты блок 2 на 4 из инвентаря в точку, указанную на экране. Хорошо, так и сделаем. Давайте переточим блоки. Вот, блок наш 2 на 4. Установили. Так, есть. Хорошо. Так, посмотрим, что нам надо дальше. Так, такие же блоки 2 на 4, только с обратной стороны. Установим. Так, сжимая значок вращения, нужно установить еще один блок. Хорошо. Отлично. Так, удерживая ПКМ. Так, это понятно. Что нам дальше? Дальше нам нужно разместить наши первые колеса. Давайте закинем их. Так, есть одно. Сюда же установим второе колесо. Так, хорошо. Притащите объект ось управления на экране. Точку, указанную на нем. Хорошо. Так, ось для колеса мы поставили. Так, сюда же ставим точно такие же колеса. И с обратной стороны проделаем точно то же самое, что и с этой. Тихо. Вот это оно. Хорошо. Так, изменить обзор. Так, притащите двигатель. Так, двигатель у нас вот он находится. Так, устанавливаем двигатель бульдозер. Хорошо. Так, нажмите и удержите ЛКМ, чтобы перетащить выбранную машину. Хорошо. И есть. Мы сделали нашу машину, мы ее сохранили, и мы уже на ней. Ну что ж, поехали, друзья. Мы видели, куда нам нужно отправляться, поэтому сейчас сделаем именно это и отправимся в заданную точку. Так, отправляемся в заданную точку, друзья, на нашей машине. Посмотрим, с какими преградами нам предстоит справиться. И что вообще здесь есть? Довольно медленная машина, на самом-то деле ускорений никаких и нету, но это самая обычная, самая стартовая машина, которую мы могли только сделать. Поэтому для этого, я думаю, будет более чем достаточно. Так, вот начало, вот наш старт. Хорошо, и отсюда я уже могу ехать, да? Да,
Типа, смотри, как эпично я врываюсь в Trailmakers Early Access. Окей. О, что-то не очень. О, боже мой. Мне казалось, что я буду более эпично врываться в каточку, но, увы. Так, что-то там летает. Что это летало? Смотри, я по тени видел, что кто-то там или что-то летало, но, увы. А подняв голову вверх, я ничего не смог увидеть. Хорошо, R ремонтировать, B строить, карта и возродиться. Так, разблокирован новый блок, энергоблок. Хорошо. Так, окей. А как нам наверх-то подняться? Мы сможем просто заехать, что ли? Да ладно. Давай, 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 малышка, чуть-чуть осталось. Моя ты умничка, отлично, мы взобрались все-таки, нам удалось, хорошо. Еще один энергоблок разблокирован. Можно эти ящики разбивать? Ну, насчет разбить не знаю, но волочить их точно можно. Что-то солнце заходит, я думаю, мне нужно поторопиться, не хочу умереть. Вау, ядрен батон! Кто же мог подумать, что здесь это возможно? Охренеть, как это было эпично. Вы заметили? Обалдеть. Так, нажмите, чтобы скопировать, удержать. Так, окей, 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 окей. А, все. Хорошо. А, построим. И можно уезжать. В принципе. А мы сохранились, благо. Так, контрольная точка активирована. Данные о прохождении сохранены. Отлично. Так, я даже, кстати, не уверен, что мне нужно было сюда наверх. А как погрузить? Мне нужно их просто взять и погрузить, что ли? Или что? Ха, как это сделать-то? Непонятно немного. А возрождение вижу, а всего остального не вижу. Ну что ж. Надеюсь, что все-таки мне это не надо. Аккуратно! У-у-у-у! Пронесло. Слушай, я думал, мне опять будет хана. Но нет, все ок. Так, установить на машину дополнительный двигатель, чтобы увеличить ее мощность. Я могу поставить второй движок на машину, а иначе я сюда просто не заеду. Хорошо. Или же надо взять больше скорость. А, давайте встанем. Я хочу установить еще один двигатель. Посмотрим, что, к чему это приведет. Или не могу. Не, а я не могу установить. А как я должен установить сюда еще один двигатель, если я просто физически это сделать не могу? Странно. Так, двигатель Bulldog должен был установиться сюда. Так, удержание блоков, ось управления, колеса. Кстати говоря... А если добавить... Почему-то я, кстати, ну, это стройка, но не особо. Я не могу ничего так толком прилепить из-за того, что оно просто не фиксируется сюда. Поэтому как бы немножко это нечестно. То есть мне сказали, что я могу поставить еще один двигатель, но на самом-то деле я его не могу поставить. Хорошо, давайте тогда, знаете, как сделаем? Я думаю, мне просто нужно будет набрать больше раздон, и я все-таки смогу туда залететь. Где-то вот отсюда, например. Я могу разгоняться, и если все хорошо, то сейчас мы туда и залетим. Поехали, давайте посмотрим. Смогу ли? Давай, 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 малыш, чуть-чуть. Но мне реально немного не хватает. Очень, 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 вот прям впритык. Поехали еще раз. Давай, детка. Ну, ну. А, черт возьми. Я был очень близок. А больше двигатель, больше скорость. Так нельзя поставить еще один двигатель. Я же пробовал. Слушай, что тут не то? Хотя, возможно, вот здесь я смогу это сделать. Да, мне кажется, мне просто нужно было сюда. Вот. Вот теперь я могу установить еще один двигатель. Хорошо. Так, есть.
Это же был двигатель, правильно? Да. Окей. Все. Теперь у меня два двигателя, правильно? Сейчас посмотрим. А, да! Вы только посмотрите, насколько я быстрее начал ехать. Обалдеть, 90 миль в час. О, теперь мне точно по зубам эта гора. Хорошо, давай, да ладно. Я уж думал, где там немножко осталось, и я все-таки не смогу туда заехать. Это было бы очень обидно. Так, что это был за болт? Так, включите режим свободной камеры. А у меня включен режим свободной камеры, на самом-то деле. Так, один из 160 болтов включен, и это хорошо, мне кажется. Так, разблокирован какой-то голд. Посмотрим, что это такое. У-ху! Два болтика я словил, и вы только посмотрите, что я творю. Я смог там проехать, захватив целых два болта. Я красавчик. Хорошо. Е-бой! Улетели мы. Давайте-ка заползем наверх. Маленький блок решетки разблокирован. Хорошо, давайте посмотрим, что мы сможем еще себе поставить. Вот, видишь, все-таки эти ящики долбаные можно разбивать. И в них можно найти что-то вкусное. Давайте поразбиваем все ящики. Мне кажется, отсюда можно вытянуть что-то редкое. Ай, не успела сразу на второй. Так. Да я в курсе, что больше двигателей, больше скорость. У нас вроде скорость уже норм. Или вам так не кажется, друзья? Что скажете, у нас нормальная скорость или нет? Сколько ящиков сможем пробить? Ух! Мы штук с 10 ящиков разбили, точно вам говорю. И еще один заезд. Пожелайте мне удачи. Я думаю, вот сейчас мы полностью все ящики разобьем. Все будет ок. Черт возьми, ты посмотри, что с ней творится. Охренеть просто. Все, мы все ящики разбили. Сейчас припаркуемся, посмотрим, что я смогу еще сделать, что сможем добавить. Мы нашли некоторые новые детали. Так, спрыгаем. Так, вот это то, что нам надо. Хорошо, давайте посмотрим. А двигатели мне не интересны. Что есть еще прикольного? Или это все, что у меня вообще есть? Это любимые. Так, они любимые. Так, 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 так. Решетка, так. Металлический блок труба 1x2. Так, для создания решетки. А что мне делает решетка? А, слушайте, это же для безопасности можно сделать. Ух ты, прикольно. Я видел такое однажды. Выглядит очень круто. Если что, ребят, в зомби-апокалипсис точно пригодится. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Смотрите, сейчас сделаем фул. Это будет эпично выглядеть, я вам обещаю. Так, одна сюда. Вторая сюда. По-моему, там мы делали точно так же. Главное не налажать, чтобы было все пропорционально и красиво. Тихо, вот эту сюда, хорошо. Что такое? Стоп. Я сделал что-то не так. Смотри, я немного все-таки промазал. Просто нужно взять немного другой угол обзора. И еще одну мне нужно сюда поставить. Вот так вот. Хорошо. Ну, для начала неплохо. Слушайте, сзади, я думаю, еще один движок я поставлю. На самом-то деле. Даже два. Ребята, сейчас такая махина будет. Отлично. Не, два не могу поставить, да, да, все, только один разрешено на данном этапе. Но я думаю, в дальнейшем, когда у нас будут свободные руки, мы поставим столько движков, сколько мы захочем. Поехали. Отлично. Мне сказали, что я неправильно поставил двигатель, но я думаю, мы справимся с этим. Да, кстати, немного меня теперь влево уносит, но это ничего страшного. Оу, май гад, это было больно. Вы видели, как это было эпично? А как мне разбить эти ящики тогда? Я хочу достать тот болт. Возможно, мне нужно было решетку наперед поставить. Давай, родной. Хорошо. Это интересно, потому что тот болт мне нужно забрать определенно. Вон там трамплин какой-то есть. Поехали. И что нам этот трамплин даст? Я же проеду по ней. Ого, нет, разбился.
черт возьми! Я был очень близок. Давайте еще разок. Я не знаю, я вроде бы как делаю все верно. Просто я немного слетел, я понимаю это. И я думаю, мы сейчас это исправим. Вот эти ящики я сначала разобью. Хорошо. Не имеет значения, с какой стороны, или имеет? А там тоже что-то можно подобрать было. Я, по-моему, промазал, да? Да смотри, или я забрал тот болт? Да, я забрал тот болт, отлично. Как мне попасть сюда? Потому что здесь нету никакого трамплина. Здесь, в принципе, ничего нету. И что-то мне подсказывает, что если я решетки сейчас наперед поставлю, я смогу ее разбить. Как думаете? Ох! Плохой я водитель. Что-то мне подсказывает. Так, где мои решетки, слушайте? Давайте попробуем все-таки. Так, обернем. Нет, вот так вот. Хорошо. Давай еще одну. А можно сразу вот так вот, пожалуйста? Мне бы это упростило жизнь. Так, еще раз. И вот сюда. Так, и как это смотрится? Ну и что, вы хотите сказать, что теперь этой решетки будет недостаточно? Да, мне кажется, сейчас мы сможем протаранить эти ящики золотые. И мы заберем свой болт. Ну а как еще его забрать-то тогда? Двигатели я больше поставить не могу, а летать-то мне пока что не суждено. Правильно? Сейчас попробуем, если не удастся. Ой, стоп, это что, финиш уже? Не, мне на финиш не надо. Немножко я не туда поехал, сори. Тихо. Не разбивай мне машину раньше времени. Кстати, там тоже что-то за пресс. Смотрите, здесь мы не были. Давайте сразу сюда съездим, посмотрим. Возможно, может быть, с какой-то... Что-то там горит. Подсвечивается мне что-то. Так, смотри, они спрятали это от меня. Вы представляете, спрятать это от меня? Вот же... Ух! Тихо. И я не умер. Все хорошо. На самом-то деле, мне кажется, тут еще какая-то дорога была, смотри. Да, действительно, тут была еще дорога. Как я ее пропустил? Где-то я считырил. Смотрите, сколько болтиков-то, а? Еп! Отлично. Тихо, тихо, тихо. Оп. И все. Кстати говоря, а если успеть вовремя это зачетырить, раньше времени нажать, я ж тогда не разобьюсь, получается. Ты этого не видел, дружище. Ты этого не видел. Надеюсь, этого никто не видел. Так, мне нужно обратно. А в той стороне мы видели пару болтиков. Вроде бы сюда. Потому что я вон сколько дороги-то пропустил, как-то я... Да что от тебя? Щетырил как-то очень сильно. Не пойму, каким образом я вот эту всю дорогу пропустил, но факт остается фактом. Я что-то мне подсказывает, что я опять еду куда-то не туда. Молочные реки. А, я объехал это все. Или это опять новая какая-то карта, гляди. Здесь я тоже не был. И вон еще болт. Что это такое? Оно что, рандомно генерируется? И вот ради этого я умер, понимаете? Мне пришлось взять болт и умереть. Чтоб тебя. Не, мне надо больше скорости набрать и пролететь туда. Я не хочу заново проходить. Я слишком много умер для первого ролика. И здесь, а вот оно, да. Вот сейчас здесь должен быть еще один болт где-то. Рядышком, наверное. Поехали, поехали, поехали. Что здесь? Какой-то блок, тормозим потихоньку. Хорошо. Да, вот это то место, где я был изначально. То есть здесь я все собрал, правильно? Правильно. Но... Значит, я поехал куда-то не в ту сторону, можно было еще куда-то поехать. Здесь все забито, 100%. Значит, ехать нужно в эту сторону. Или же на холм обратно. Так.
Я вижу там еще один болт, поэтому сначала я проеду сюда. Нет, не падай! Да куда ж ты? Я нажал собраться, и меня, короче, забросило вот в воду прям, представляешь? Не вовремя. Значит, все-таки, наверное, таким образом читерить нельзя. Это плохо. Тут мы развернемся и поедем обратно. На вон тот трамплин. Смотри, сейчас я перелетаю 100%, причем это будет очень красивый прыжок. Да ну это нереально! Ты посмотри, я даже от самого прыжка умираю. Твою мать. Что за жизнь? Короче, поехали мы на финал, ребят. Мне кажется, можно ехать на финал. И этого будет более чем достаточно. Погнали. Мы здесь задержались. Тут буквально один поворот, сейчас прыжок и все. Скорость у меня довольно быстрая. Значит, это все можно удвоить. Я иди... Да ты издеваешься! Какого хрена? Там же ж было невысоко. Фух. Да, это сложнее, чем кажется на самом-то деле, друзья. Поехали. А, по странной мы планете едем, если честно. Как будто она из желез сделана. Ну, друзья, вот мы и приблизились к финишной прямой. Вот так вот она выглядит. И врываемся. Отлично. Прогресс сохранен. Зона пройдена. 9 из 40 болтов. 4 из 11 ящиков. 5 из 5 энергоблоков. Неплохо для первого раза, но можно было бы и лучше. Я думаю, когда мы прокачаем свою тачку, мы вернемся сюда и сделаем это еще круче. Друзья, всем спасибо. С вами был Борода. Это был небольшой обзорчик. Дальше больше. Всем спасибо. Пока-пока.